Всем привет, меня зовут Анна Глазунова, и сегодня я познакомлю вас с новостями студенчества от Универньюз. Итак, смотрите выпуски. И снова гости. В Казанский федеральный университет прибыла делегация из Казахстана и Монголии. Лицей из КФУ стал победителем международной олимпиады по информатике. Выпускники Казанского университета поделились своими успехами с нынешними студентами. 15 октября состоялась встреча ректора с трудовым коллективом Института математики и механики Казанского федерального университета. Основным поводом встречи стало знакомство коллектива с новым исполняющим обязанности директора подразделения. Им стала Екатерина Турилова. С какими планами примется за работу новый руководитель подразделения, мы расскажем в нашем следующем выпуске. А мы продолжаем. В императорском зале Казанского федерального университета прошла церемония открытия и пленарное заседание 4-го международного мадьярского симпозиума «Мадьяры в Северной Евразии. Истоки и традиции культуры». Подробнее об этом наш следующий сюжет. В Казанском федеральном университете начал свою работу 4-й международный мадьярский симпозиум, на котором обсудили накопленный археологический материал и новые подходы к рассмотрению вопросов изучения происхождения угро-мадьяр и взаимодействия с окружающими народами. Угро-мадьяр – это современное название жителей Венгрии. Часть древних венгров проживали на территории Татарстана и в последующем вошли в состав Волжской Булгарии. Вот в ранних слоях Казанского Кремля была найдена накладка как раз которая близка древневенгерским древностям, которые встречаются в том числе и в Венгрии. И это одна из находок, которая говорит о раннем возрасте города Казани. В результате работы симпозиума предполагается усилить координацию между научными центрами, занимающимися археологическими, лингвистическими, социально-антропологическими и естественно-научными исследованиями по проблемам происхождения истории мадьяр. Анна Глазунова, Зуфар Галимов, Ленардо Довлетьяров, Универньюз. В КФУ прошла конференция, посвященная Казанской лингвистической школе. Какие вопросы обсудили на конференции, узнаете в следующем сюжете. В Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского федерального университета открылась конференция «Научное наследие Василия Богородицкого и современный вектор исследований Казанской лингвистической школы». Традиционно осенью мы проводим научно-практическую конференцию, посвященную деятельности наших ученых в области развития идей Казанской лингвистической школы. Меняется тематика данной конференции. В этом году посвящается конференция деятельности и результатам работы Василия Алексеевича Богородицкого. В рамках мероприятия были обсуждены вопросы теории и методологии Казанской лингвистической школы, клинической лингвистики, компьютерной лингвистики и многое другое. Участниками мероприятия стали представители КФУ, МГУ, а также Итальянского университета Удина. Standardized in different European languages. Actually, we have already a German version, Spanish version is on the go, a Slovenian version and we are working on the French one and the Russian version, of course, which was the first, actually, of the versions of the battery abroad Italy. Конференция продлится до 17 октября. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универньюз. 12 октября Казанский федеральный университет с визитом посетили сразу две делегации из Казахстана и Монголии. Гости побывали в Музее истории КФУ, Императорском зале и Ленинской аудитории. О том, каких договоренностей удалось достичь в ходе встречи, узнаешь в сюжете. Казанский федеральный университет 12 октября посетила делегация из Казахстана во главе с акимом Восточно-Казахстанской области Даниалом Ахметовым. Делегацию приветствовал проректор по научной деятельности КФУ Данис Нургалиев. Гостей встретил живой коридор студентов Казанского университета в холле главного здания. А затем для всей делегации прошла экскурсия по музею истории КФУ. В состав делегации вошли 30 человек. Гостей сопровождали заместитель премьер-министра Татарстана Шамиль Гафаров, заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Станислав Андреев и другие официальные лица. В настоящее время в КФУ обучаются более 650 казахстанских студентов. С некоторыми из них встретился аким Восточно-Казахстанской области. Сотрудничество КФУ и вузов Казахстана имеет давнюю историю. Даниал Ахметов выразил надежду на то, что сотрудничество в сфере образования и науки будет только крепнуть. В рамках визита ранее состоялась встреча руководства КФУ с ректорами восточно-казахстанских вузов. Планируется, что со следующего года будут запущены совместные магистерские программы двойного диплома в области педагогики, IT, цифровизации и других. Договорились, что будем заключать меморандум между
Восточно-Казанского государственного университета имени Сарсена Аманжолова и Федеральным университетом Казани, Татарстан. Здесь у нас очень много точек соприкосновения, сотрудничества, у нас перспективы, большие планы. Мы хотим развивать программу двухдипломного образования, чтобы по уровню магистратуры, значит, один год обучения проходит в Татарстане, а второй год обучения проходит в Казахстане. Рассматриваются также вопросы обмена, чтобы наши студенты могли ездить на практику в Казахстан. С Казахстаном у нас давние связи, интересные, действительно, вот в области гуманитарной области, в области языка, культуры, истории. Вот. Сегодня вот завязываются очень интересные связи в области археологии, связанные вот с большой программой «Шелковый путь». Мы с ними довольно давно уже работаем в области нефти, добычи нефти, газа, переработки нефти, газа. Вот. У нас есть несколько интересных проектов в этом направлении. Следующими гостями, которые посетили Казанский университет, была делегация из Монголии. Это заместитель главы администрации президента Монголии, чрезвычайный полномочный посол Монголии в России, а также советник президента Монголии. На экскурсии они познакомились с историей Казанского университета, побывали в императорском зале и аудитории, где когда-то учился Владимир Ленин. Чрезвычайный полномочный посол Монголии в России Банзыракч Далгырма выразил надежду на дальнейшее сотрудничество КФУ с вузами Монголии. Мы, конечно, гордимся тем, что мы имели возможность познакомиться с вашим университетом. И горды тем, что наконец-то в стенах этого великого университета учатся уже студенты из Монголии. Руководство Казанского федерального университета провело встречу с делегацией Монголии. Директор департамента внешних связей КФУ Андрей Крылов представил презентацию о развитии нашего университета. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Ученик лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета одержал победу на Международной олимпиаде по информатике. Подробности в нашем сюжете. Учащийся 10 класса лицея имени Николая Лобачевского Казанского федерального университета Ильдар Гайнулин стал абсолютным победителем Международной олимпиады по информатике в Румынии. Парень, он очень целеустремленный. Вот сейчас появился под влиянием нашего Сергея Ивановича Михайловича талант программиста. Мы очень надеемся, что у него впереди такие рубежи, каких еще ни один татарстанец не видывал и не брал. Соревнования олимпиады проходили в два тура. Каждый тур включал в себя три задачи по информатике, которые было необходимо решить, написать программу и отправить ее в тестирующую систему. Ильдар Гайнулин набрал 600 баллов за 6 заданий, максимально возможную оценку. Артем Тупичкин, Универньюз. 11 октября в Казанском федеральном университете состоялась 7-я серия проекта «Мост», призванного связать разные поколения студентов университета. Примечательно, что в этот раз всем выступающим спикерам не было и 30 лет. Несмотря на молодость, каждый из них уже стал известен в своей области. Кем пойти работать после университета, чем заниматься, как достичь успеха? На эти многие другие вопросы были даны ответы на 7-й серии проекта «Мост». Проект «Мост» – серия встреч выдающихся выпускников со студентами КФУ. Выпускники представляют различные сферы жизни – бизнес-управление, творчество, спорт, лайфстайл. У каждого есть своя уникальная история, которой он готов поделиться со всеми, кто учится в стенах «Альма-Матер». Данное мероприятие организовано для того, чтобы познакомить наших студентов со студентами-выпускниками. Это те студенты, которые уже стали успешными, что-то добились в жизни. Они расскажут о своей деятельности, что они делали после выпуска нашего университета. Например, перед студентами выступил выпускник юридического факультета КФУ, ныне заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Герман Лернер. Он рассказал, как за 2 недели встретил 50 международных делегаций и, по его словам, почти жил в аэропорту. Еще о 4 правилах достижения успеха рассказал директор первой татарской сети быстрого питания Тюбетей Султан Сафин. Он поделился своей автобиографией и рассказал про путешествия в студенческие времена. Также студенты заслушали выступление директора по маркетингу американской компании Йор Агор в России, которая написала книгу о татарской национальной кухне хатере, и биотехнолога, магистранта инженерного института КФУ, который придумал инновационную систему для чистки зубов. Адель Шамилова, Зуфар Галимов, Виолетта Басова, Универньюз. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите нас в социальных сетях и до скорых встреч!